Список 10 самых популярных пород собак в 2016 году в США обнародовал американский Kennel Club. Первое место занимает дружелюбный лабрадор-ретривер. Этот титул сохраняется за ним уже много лет подряд. В течение 26 лет лабрадор-ретривер – самая популярная собака в Америке. Это животные с многогранными способностями. Их легко обучать. Они хорошо ладят с другими собаками и очень подвижны. Они прекрасно уживаются в семьях, любят детей. Они то, что надо. Не слишком маленькие, не слишком большие. Уход легкий, просто ежедневная чистка. И шерсть хорошая, грязь к ней не пристает. Это очень важно. Второе место в списке популярности заняла немецкая овчарка. На третьем – золотистый ретривер. Собаки этой породы также прекрасные компаньоны, дружелюбные и покладистые. Четвертая строчка в рейтинге принадлежит английскому бульдогу. Пятую занял подвижный и жизнерадостный бигль. На шестом месте – французские бульдоги. Седьмое место закрепили за элегантным пуделем. На восьмой строчке – ротвейлер, причем для него это самый высокий рейтинг за последние два десятилетия. В 97-м это была вторая по популярности собака в США, затем ее рейтинг понизился. Йоркширский терьер занял девятую строчку в списке популярности. Рейтинг породы упал на 2 пункта. Ну а десятое место досталось темпераментному боксеру, дальнему родственнику ротвейлера. Американский Kennel Club основан в конце 19 века. Цель организации – поддерживать разведение чистокровных собак. В клубе зарегистрировано почти 200 пород. Эти собаки могут участвовать в старейшем и престижном Вестминстерском дог-шоу, которое ежегодно проходит в Нью-Йорке. English bulldog. English bulldog.